– это традиционный фестиваль для начинающих команд КВН. В третий раз на сцене областного молодежного центра «Химик» творческие коллективы веселых и находчивых состязались в юморе и артистизме. В этом году начать КВНовскую карьеру с фестиваля «Дебют» решили 13 команд. То есть мы сегодня увидим прямо вот только зарождение, грубо говоря, какой-то новой команды. И, возможно, это будет следующая звезда, как говорится, города Омска. Удивлять и веселить начинающие КВНщики намеревались каждый своим. Мы берем колоритом. Чисто азербайджанский колорит. А юмор? Юмор просто отменный. Мы берем тем, что мы самая взрослая команда с опытом, скажем так, с пробегом по жизни, но без пробега в КВН. Мы так подумали, что наше название все равно никто не запомнит, и поэтому решили назваться что-то знакомое. Хотя нас сейчас даже называют как-то там. Над названиями, так же как и над визитками, потрудились все. «Сори, мама», «Самая вышка», «СМИ», «Хочу дружить», «Безумные Максы», «Продолжение следует», «Большой брат», «Мамы ВВ». Самыми юными участниками фестиваля стали ребята из команды «Босс Молокосос». Младшему из них только 6 лет. Будущие пилоты из авиационного колледжа назвали свой коллектив «Дутик». А как ты будешь самолетом управлять? Давай представим ситуацию. Мы пассажиры, ты пилот. Уважаемые пассажиры, говорит командир корабля. Наш полет проходит нормально. Мы находимся на высоте птичьего полета. In English. Уважаемые пассажиры! Так, все, хватит! Удивили и повеселили зрителей мамы КВНщиков из команды ВВ, победителей международного фестиваля детских команд. Последовать примеру своих детей и вступить в клуб веселых и находчивых у них получилось на отлично. Каждый из нас на просторах интернета хоть раз видел фото женщины с ребенком. Я ведьма, и я заберу душу твоего ребенка. О нет, смайлик. Своим выступлением мы хотели показать, насколько сложно и ответственно быть мамой КВНщика. Девочки, а я помню, как мой такую шутку написал. Бежит ко мне, мама смеется и ручонку свою протягивает с бумажечкой. Мама, шутка, но я смотрю, а там баян. На своих детей, потому что я была на 8-м фестивале в Анапе, где победил мой младший сын в группе команды ВВ, то есть они получили гран-при. Я хочу равняться на своих детей, я хочу быть с ними рядом, мне очень нравятся эти мероприятия, которые проводятся, то есть для молодежи это очень важно, это развитие, это эмоции, это очень много, я считаю. Спасибо и региональной лиге, и химику.